Всем привет! Хочу вам рассказать о способе, как можно смотреть любые фильмы, любые сериалы с любого сайта на планшете, либо на телефоне, на айфоне, ну, то есть на операционной системе iOS. Вот в качестве примера фильм берем «Стражи Галактики», открываем его на компьютере, открываем его на iPad, вот, и проверяем, где он идет, а где он не идет. Вот сайт, с которого я его смотрю, это KinoGo, сайт целиком и полностью работающий на технологии Flash. То есть то, что воспроизводится на компьютере легко, далеко не всегда, вообще никогда не воспроизводится в Safari или же в других там, ну, практически во всех браузерах. Ну, то есть мы его запускаем, он себе спокойно идет, вот, без проблем. Это браузер, получается, Chrome для компьютера. Вот, Chrome для компьютера чем хорош? Тем, что флеш у него встроенный, идет автоматом, дополнительно скачивать, устанавливать ничего не надо, автоматически обновляется, большой ему плюс за это. Вот. Теперь смотрим на планшете. Это iPad mini. Здесь у меня Chrome, Safari и сразу покажу вам Puffin. Единственный браузер, который нормально воспроизводит технологию Flash с любых сайтов. То есть мы нажимаем и смотрим. Единственный минус Puffin в чем? В том, что медленнее работает. То есть я нажал, секунду подождал, и реакция тогда уже какая-то случилась. Объясняется это тем, что Puffin отправляет все данные с сайта, с которого вы смотрите, сначала к себе на сервер, а потом уже к вам. То есть работа чуть-чуть замедляется. Но альтернатив, в принципе, немного, по той причине, что, вот, собственно говоря, этот же сайт, этот же фильм, но только браузер родной Safari, который, вот, черный экран, и все. И ты ничего посмотреть не можешь. Вот. И, собственно, Chrome, который все так легко воспроизводит на компьютере, пишет, плагин не поддерживается и ничего воспроизвести не может. Вот. Смотрите, Puffin бывает бесплатный либо платный. Там две версии. У них разница в чем? В том, что бесплатный работает, насколько я знаю, только днем, а вечером, ночью он не работает. Вот, платный работает все время. Но, в принципе, Puffin можно поставить и бесплатно. Но об этом чуть позже, там, в следующий раз расскажу. Вот. Всем приятного просмотра!